Приветствую вас на канале Час Ремонта. В этом видео речь пойдет про аккумуляторную дрель-шуруповерт Makita DDF-485RFE. Под видео в описании вас ждет подборка ссылок на магазины с лучшими ценами и полными характеристиками. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новый ролик, а также активируйте колокольчик для уведомлений. Не забывайте писать комментарии и ставить лайки. Компактный аккумуляторный инструмент для работы с крепежом и сверления отверстий. Поставка в кейсе с двумя литиевыми аккумуляторами 18 вольт и зарядным устройством. Кнопки управления имеют удобное расположение, эргономичная обрезиненная рукоятка удобно ложится в ладонь. Встроенная подсветка для качественной и безопасной работы в местах с недостаточным общим освещением. Из удобств также можно отметить крючок для подвески и держатель для насадок длиной до 45 мм. В нижней части рукоятки. Эти приспособления съемные, а крючок можно установить с любой стороны. Дрель-шуруповерт относится к профессиональной группе инструментов, выпускаемых фирмой Makita. Модель оснащена бесщеточным электродвигателем постоянного тока, редуктор двухскоростной с металлическими шестернями. Использование металлических шестерней в конструкции повысило прочность и износостойкость редуктора. Регулировка числа оборотов в пределах любой из двух скоростей производится электронной системой, которая при изменении силы давления на кнопку пуска увеличивает или уменьшает скорость вращения шпинделя. Крутящий момент предварительно задается по одной из 21 ступени. Патрон быстрозажимной для фиксации насадок с хвостовиком диаметром до 13 мм. Есть функция реверса. Благодаря применению XPT технологии корпус дрели шуруповерта Makita DDF-485RFE надежно защищен от влаги и пыли. Для надежного хвата и контроля во время продолжительной работы рукоять дрели оснащена прорезиненными вставками. Удобно размещенные кнопки управления, малые вибрации, низкий уровень шума, свойственный инструменту, обеспечивают дополнительный комфорт при работе. Аккумуляторы надежно защищены как собственной электроникой, так и автоматикой дрели. Им не грозит перегрузка потоку, перегрев или недопустимый разряд. Привод при возникновении опасной для батареи ситуации отключится автоматически. Предусмотрена и временная защита, если держать курок выключателя нажатым в течение 6 минут. Управляется дрель-шуруповерт традиционно. При увеличении давления на курок скорость возрастает от нуля до максимума. Предельное значение скорости устанавливается механическим переключателем верхней части инструмента. Оно может составлять 500 или 1900 оборотов в минуту. Переключатель реверса над рукояткой в виде рычага с двух сторон корпуса. Его можно использовать и для блокировки выключателя. Я проанализировал отзывы и выделил основные негативные и позитивные моменты, сейчас расскажу о них, сначала отрицательные. Немного тяжеловаты аккумуляторы. Кейс однослойный. Шуруповерт болтается внутри кейса. Теперь перейдем к положительным. Сбалансированный. Эргономичный шуруповерт. Достаточно мощный и при этом компактный. Есть подсветка рабочей зоны. Емкие аккумуляторы. Патрон с прекрасной фиксацией. Зацепный ремень или карман. В кейсе много места под битые сверла. Мощный крутящий момент. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить выход нового обзора. Лайки и комментарии приветствуются. До скорой встречи на канале Час Ремонта.